Бля, чел думает, что типа троллит меня. Он думает, что я ведусь на его троллинг. Он думает, что я отвечаю эту хуйню на серьезе, что я ведусь на его троллинг. И сидит такой, типа, на крыгазме чак такой сидит, типа. Ой, бля. Бля, даже не знаю. На морфаре с ним возможно пикнуть. Он еще и в бане. Мур в бане, и там челы все будет парфа взяли. Больные челы, нахуй. Так, блядь, мне какой-то герой пришел на ум, и я его забыл уже. Бля, я на антимаге буду играть, только мне похуй. Какой же у меня антимаг красивый, это пиздец. Сразу видно, блядь. Из Дубаев. Чей нейдар долбоёк, чтобы он меня не догнал. А, ну ладно, похуй. Ходи, у меня фласка еще есть. На ресах, ребят. Он без второго. Блядь. Там чел на паке, походу, у меня АФК собрался играть. Ёб твою мать. Ладно, против пака мне надо, наверное, резать, я не знаю. Он так будет все время делать. Я иду ультовать. Все, я в лес там покреснулся, я пошел в леса, мужики. Блядь, ТП кулдаун, я пешком бегу. Там нека без мана. Выиграйте время, я экшотну сейчас. Можем по некра... А, бля, у него пайп. А есть там койл? Любого. У меня глиммер, не сын. Да ладно, я проебал его. Никс, парни, никс. Ой, не надо захватить, парни. Успеете в боте? Мы не успеем, наверное. Мне нужен вард в центре сюда. Если буду профармливать два раза эншенты свои вражеские, я просто перефармлю их, пиздец. Стакни. Я сам стакну. Иди поставлю вард. Давай. Топим. Блядь, да, сори, май бэд. Я сыграл. Подождите, мне дагер пролетит. Блять, как моя даманта была. Блять, сейчас я что-то стакну здесь. О, а это я запаузил? Я анпаузил, а не паузил. Что вы делаете, нахуй? Конченые, блять. Можем? Две секунды стан. Бля. Куда ж ты меня форсил вдруг? А ты развернулся в последнюю секунду. Рошана и... ХП. Я впадлу банку, братан, долго перекладываюсь. Здорово. Ну да.
По объемах, я топаюсь. Какие? Мы пока в соло. Парни, аппарат одушил. Дин ми. А ты говорил, что хоть и не засорит, он засорил, блядь. Я пошел теленчика искать, парни, сори. Блять. Это вообще пиздец, что это чел пишет. Все, я, короче, буду подыгрывать на коре, пытаться, хоть там буду путем вузов учиться, чтобы апы нормально подвешивали, чтобы я до четверки, потому что это вообще невыносимо.